Ну что, ребяточки, всем привет! С вами Саша у Заши. Сегодня 25 февраля, у тети день рождения. Мне исполняется 21 год, я уже старенькая. Вот, сегодня решила записать для вас влог. Давно хотела такое видео снять, просто один день из моей жизни в Японии, но решила, что, наверное, если записывать это в ДР, будет поинтереснее, потому что побольше каких-то событий. Вот, но особо, на самом деле, день ничем не отличается. Просто вечером приедет моя подружечка-японочка, вот, я это все подсниму. И будем мы с ней кататься. Так, покажу вам свой завтрак. В общем, я в Японии надыбала творог. Вот это называется творог коттеджи чизу. Вот. И вот в таком, короче, вот такой баночке сметана. На самом деле это йогурт протеиновый, но на вкус он абсолютно как сметана. Вот, на ноль этого жира. Вот. Он, короче, очень сильно похож на сметану. Вот, я на самом деле перед отъездом очень сильно боялась, что в Японии не окажется ни творога, ни сметаны, ни гречки, ни борща, ни свеклы. Но я потихонечку взяла и все нашла. И даже вот, ну, в ближайшем супермаркете, пожалуйста, вот тебе творог. Есть еще чуть менее рассыпчатый. Вот, в розовой баночке. Больше я не видела, конечно, брендов творога, только вот этот, но как бы уже есть, и это хорошо. Здесь не написан процент жира, нигде я искала, но не нашла. Вот, сметана тоже, типа, можно еще греческий йогурт покупать нежирный, он тоже будет как сметана, и там есть прям сметана Сава Криму в магазине, но она дорогая. Так, у меня здесь ягоды погрелись. Да. Вот, и также на Амазоне, например, я покупаю гречку, и если мне нужно свеклу, вот. Также я в магазине видела заправку для борща, поэтому если кто-то боится в Японию ехать из-за того, что здесь не будет того, что вы привыкли есть, то не бойтесь, все есть и даже больше. Вот, короче, буду завтракать. В общем, я творожный наркоман. Я не знаю, что со мной, я уже несколько дней подряд жру по 2 пачки творога в день. Вот, вот такая красота. Она ебашила в зале, как проклятая. Ребята, уже 2 часа тут нахожусь. Вообще, мне есть на что пожаловаться. Мне тут немножко мозги выебали в очередной раз. Я не знаю, почему в Японии везде все всем ебут мозги, и когда это прекратится, но вот так. Да, кстати, вообще прикол. Еще не надо в маске быть в зале, но, блядь, я самая умная, не хочу в маске, блядь, я там дышать, а если у меня вообще приступ нахуй схватит, вот. Я записала вообще отдельное видео про зал, если вам интересно, пишите в комментариях, что вы хотите послушать, вот, я его пока что еще не монтировала, я думаю, что я там отдельный кусочек еще запишу просто разговорный, расскажу, как меня однажды из зала выгнали. Вот, расскажу вообще, как это здесь все устроено, как здесь людей наебывают. Вот будет дополнение сегодняшнего дня, потому что я охуела. Потому что я в марте переезжаю, и мне надо будет, ну, типа, отменять зал, да, подписку. И я просила их сейчас чеки мне выписать, сколько вообще это все стоило, потому что у меня была подписка, привязанная к моей карте. И я не смотрела, что там снимается, не снимается, я как-то забила на эту хуйню. Вот, а сейчас... Вот я их попросила чеки и охуела, что они мне там насчитали. Какая-то у них супер ебанутая система, но об этом я поговорю в другом видео. Поэтому, если вам интересно, пишите обязательно, я буду ждать. Вот, если есть какие-то вопросы или предложения, чтобы вы хотели, чтобы в это видео еще входило, про зал, да, качалочки, там, для чему, что все дела, то пишите, спрашивайте, я на все отвечу. Так, ну что ж, тетя сходила в зал и собралась. Посмотрите, какие у меня стразы здесь наклеены. Я такая вот сегодня. Короче, мы с Рукой договорились, что мы будем сегодня бледями. В общем, рассказываю, в чем прикол. Когда мы с Рукой познакомились, мы познакомились на Тиндере. Значит, абсолютно случайным образом я увидела, что она по гороскопу рыбы. И я ей пишу, просто вообще незнакомой девочке, просто пишу, что мы с тобой рыбы, мы с тобой точно подружимся. Я прям, давай дружить, все, мы рыбы, мы сдружимся. Она такая, давай. И, в общем, мы с ней встретились. Один раз мы с ней поговорили. Она такая стесняшка, прям супер. Типа, я узнала, что вот у нее ребенок. Мы с ней пообщались, поговорили. И начали дружить. Вот. И она у меня сейчас в Японии очень близкая, моя подружечка любимая. И мы с ней постоянно переписываемся просто обо всем. У нас очень похожие характеры. И в один день она ко мне что-то приходит. Ну, мы за гороскопы, давай разговаривать. И я такая, вот, у тебя где-то в марте, да, наверное, день рождения. Она такая, нет, в феврале. Я такая, в смысле, в феврале? Она такая, 25 февраля, я такая, чё, типа, чё такое бывает? И я такая, у меня что же 25-го? И мы охуели, вот, и решили, что это абсолютно точно судьба.
И сейчас мы договорились, что... Ну, мы давно еще договорились, что мы 25-го празднуем вместе. Я до последнего почему-то была уверена, что у нас сольется. Я не знаю, почему. Может, мы недоверие к людям. Но вот, мы собрались. Сейчас поедем. Она ко мне принесла подарочек. Вы посмотрите. А я ей заказала, короче, на Амазоне. Хайлайтер классный, но он, сука, не пришел. Я жду, пока он придет. Вот, мне руку принесла вот такую вот штучечку, пахучку. Ты, короче, ставишь, и оно у тебя вкусно воняет по дому. Вот в таком миленьком пакетике. Смотрите, как это мило. Вот. Вот так. Вот такие мы сегодня, блядь, вам. Вот такие. По планам сходить в кафешку, пожрать, а потом поехать... А... Куда? Поехать к Руке домой. Вот, у нее мама сготовила нам тортик. Вот мы заберем тортик, пойдем ко мне, выпьем, что-нибудь выпьем немножечко, покушаем тортик, вот и по домам. Очень спокойно. У меня первый раз такой день рождения, потому что у меня всегда дни рождения. Это пьянки, буханки, значит, миллион народу дома, непонятно где, да, шары, цветы и все такое. А здесь очень спокойно, по-домашнему, мне это очень нравится. Вот, в общем, будем это. Я потом покажу, когда придет с Амазона, наконец-то, что я руки запаковала, потому что ёбаный Амазон. Запись прервалась, ёбаный Амазон написал мне, что сегодня придет, но не приходит. Вот, но он в течение дня дойдет подарочек, и я вам покажу, что я вообще прикольного сделала. Вот. Ну, я не знаю, мне просто очень нравится, что я сказала. И это будем, короче, праздновать. Все, следите. Почему только собрались выходить, приехал Амазон. Показываю, что я решила организовать. Значит, вот такой красивый пакетик. И сюда, значит, гречка. Потому что Рука мне каждый раз, когда приходит, я ее кормлю гречкой. Ей очень нравится. Он на Амазоне продается, гречка. И ее так просто не найти. Но она просто, ну, очень редко встречается в супермаркетах. И японцы гречку вообще не признают, не едят. А Руке очень нравится. Я решила, надо гречку, но надо, чтобы как-то красиво. Я вот так вот, значит, вот такую вот штучку. Да, замечательно. Вот сюда вот вниз. Вот так вот. Вот так вот. Вот так, оп. Она не поняла, короче. Вот она возьмет гречку. Я гречку дарю. И эти всякие эти. Оп. Оп. Вот, да? Вот что она возьмет гречку. И подумала, ебать, Саша дура, дарит мне гречку на ДР. Она что, ебанутая? Откроет, а там подарочек. Вот. Все, дарим. Хай, Агилю. Осойки, да. А туда мите, туда. Аригату. Я сказала, что ты тут у кого-то приходишь? Я это. Она без дача. Аригат точно, я говорю. Смотрите, какая погода прикольная сегодня. Мы на машинке. Поехали. Коузе. Посмотрите, какой красивый здесь закат. Мы едем по каким-то улицам, очень страшно. Вот по таким улицам, если что, меня возил чел из видео про трэш-свидание, который обкуренный был. Вот, мы по этим дорогам ездили. Он меня сюда ездил смотреть. Он меня сюда возил смотреть вот эти вот все штуки. И вот по таким дорогам нормально обкуренному ехать. Вот так вот. Мы не обкуренные, если что. Мы просто веселые сегодня. У нас день рождения, едем. Смотрите, как красиво мы пришли. Курай. Ну, сейчас им то ли таки, то чё курай? А думал, а соку геба? Та вон то ли... Джа кайри ни. О, табе сугите. Чё-то у нака дечалка. Дечалка но сэмо ару кедо. Шоуганай. Вку де какусо. Смотрите, как красиво. Наш листик вот в том вот шаре. Вот. Блять, что так темно? Темно, пиздец, темно. Ой, пиздец. Смотрите, как красиво. Пиздос. Когда я ехала в Японию, я почему-то была на 100% уверена, что я буду праздновать свой день рождения одна. Или где-нибудь вообще, ну, не знаю, в маленькой какой-нибудь говнюшной кафешечке. А, тоже одна или... Ну, непонятно, короче, как. Или пьянку соберу, или в клуб пойду. А тут, ну, посмотрите, мое чудо меня куда привела. Пиздец, я люблю эту женщину. Ну что, мы пришли, смотрите, как красивенько здесь. Непонятно, можно ли сюда выходить? Можно. Во. Ебать, копать, вы посмотрите. Просто пиздец. Красота.
Красота. Очень красиво. Вообще прям невероятно красиво. Все, мы уселись. Смотрите, какие руки. Красивую штучку принесли. У меня паста. Вот, и сангрия. Очень красивый листик. Смотрите, как красиво все вообще. Моя любовь сегодня супер секси. Вообще просто пиздец. С руки позвонил ее брат, он сейчас с ее ребеночком сидит. Ребеночка можно посмотреть, кстати, видео ниже. Там я снимала влог с рукой ее ребеночком. Вот, и ребеночек начал орать: Саша, Саша, приезжай к нам, у нее такое блять. Господи, это так мило. Я не знаю, я так счастлива, что, вот так вот все происходит, как так все хорошо. Что хотела сказать, я немножко пьяненькая. Я эту сангрию допила, и меня что-то немножко угло вот это. Вот, но, блин, типа, что бы я делала, если бы не моя вот эта вот любовь рука, чтобы не басить и не фоткать. Короче, чудесно, чудесно, все чудесно. Ребят, поздравьте нас, пожалуйста, с днем рождения в комментах. Я не знаю, когда это видео выйдет, наверное, лет через 10 после того, как я его сниму. Но в любом случае, смотрите, какой макияж. Мы такие идем, а тут ебаная елка. Внезапно, да? Нормально? Так, что хочу показать. Видите, какой пейзаж, просто пиздовый, невероятный. Сюда можно залезть. Оп. Ёбаный стыд, красота. Мы пришли к Руке домой, к ее родителям. Я первый раз, я так нервничаю. У нее такая чудесная мама. Это просто, она такая: Саша, все это твой японский дом. А так, знаете, в чем прикол? У меня мама дева по гороскопу, и Рукина мама дева по гороскопу. У нас с Рукой день рождения в один день. Это, блядь, что? Такие бывают совпадения? А еще, смотрите, сколько здесь котиков. Котиков. Ой. Так и у меня мама тоже, короче, она пока там ёбнутая. У моей мамы 100 котов дома. И здесь тоже 100 котов. Это такое бывает. Я в параллельной вселенной, походу, просто нашла себя из Японии. Йонгу, нарахи так. Ебать. Йонгу. Тикай, Йонгу. Йонгу, тикай, тикай. Йонгу. Короче, так как мы будем пить, решили взять клубнички, сходить в магазин. 500 йен стоит. 250 рублей. Вот. Но это дорого, на самом деле. Сейчас сезон клубники. Вот уже только-только прошел. Обычно где-то по 300 йен такую можно купить. Вот, короче, пришли в магаз, тут дохуя всего, дохуя всего. Страшно дохуя всего. Посмотрите. Страшно дохуя вещей. Смотрите, сколько косметики. Рука пришла от косметику себе посмотреть. Вот, очень много всякой хуйни. Прикольно. Я не знаю, что снимать, что рассказывать. Ничего интересного, на самом деле, блядь. Вот. Вот так вот выглядит японский магазин. Это Дон Кихот, если что, магазин, в котором все есть. Просто все. Смотрите, взяли ребеночка опять. Саша, ручи. Едем ко мне домой. Саша, ручи. Ой. 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 Нина, не коничева, ты, ты. Коничева. Сугой. Инзу мой ютуба. Короче, вот. Едем. В общем-то, ребяточки, все закончилось тем, что мы приехали ко мне с ребенком, выпили по рюмочке и разъехались по домам, потому что нас обеих начало просто жестко рубить. И мы решили, что лучше перестраховаться и просто поспать, чем нажраться, еще что-то делать. Короче, мы очень умные продуманки. Но Рукина мама решила настоять на том, что Рука обязательно должна привезти мне торт, который она сготовила. Это просто какое-то чудо. Поэтому Рука сегодня тоже ко мне едет. Я уже сегодня сходила в зал, я такая немножко помятая. Вот, что хочу показать. Я сегодня ебанулась и изготовила бонч. Вот, целую кастрюлю нахуй. И я сейчас Рукиной маме, значит, это все в баночку отложу, чтобы она это отвезла. И я хочу снять на видео Рукину реакцию на борщ. Мне прям очень сильно это интересно, потому что японцы, когда видят вообще борщ на картинке, у них первая реакция, типа, это что-то острое, это что это такое? Потому что они, наверное, это, ну, ассоциируют с каким-то японским карри, там, пряности, перец, вот это все.
Но на самом деле боры же не острые, поэтому я очень хочу снять реакцию, мне прям это было очень интересно, поэтому сейчас я, короче, раскладываю контейнер Рукиной маме, и приедет Рука, я вам все сниму, все запишу, все расскажу, вот, будет прикольно. Наложила маме Рукиной в баночку борщ, и это меня навело на некоторые рассуждения о том, что, блядь, это такая русская тупая черта хранить у себя все банки от всего, потому что японцы так не делают, и у японцев нет пакета с пакетами, они покупают нормальные пакеты для мусора. И когда они приходят с магаза, они вот это вот не складируют в огромный какой-то пакет, который лежит непонятно где в каком-то дальнем шкафу. И ты забываешь еще о существовании этого пакета и просто туда накладываешь этих пакетов. И выкидываешь это все только когда переезжаешь, либо когда, ну прям вообще пакеты, блядь, закончились, надо срочно пакет. И достаешь его из пакета с пакетами. Японцы такого не делают. По крайней мере, мои друзья, я за ними такого не замечала. Вот. И вот эта привычка тупая хранить все контейнеры, блядь, пластиковые, стеклянные, банки, склянки, все что угодно. Вот эти вот от кремов, блядь, баночки. Ну, я не знаю, может, это у меня просто как бы еврейская, да, черта моя. Или русская, непонятно, что я не могу выкидывать контейнеры, у меня везде постоянно стоят всякие банки, штуки всякие от всего, от специй, от этого, от пятого, десятого, потому что я уверена 100%, что я их когда-то буду использовать, в итоге я их половину использую, половину у меня просто пустые стоят где-то, и вот, слава богу, вот в таких случаях оно пригождается, и слава богу, вот, ждем Руку. Сумагакита, посмотрите, Рукина мама принесла. Вот, точнее, Рукина мама испекла тортик. Рука его привезла. А китаи? Вы посмотрите, как красиво. Это мой типа. Боже. А, сугой. Это кельнос. Китаи. Эсго! Кире! Я по... Это куда? Суго! Мисе ну я цумитай! Кире сугиро! Вы посмотрите! Чего у масо? Рука, ну мама, дзэмбо джибэнде яттан? Суге! Кеки о хираке баймани. Суго! Это не... Донна адига сурка дому.何に似てる？何に？コンソメスープみたい。コンソメスープっていうか、野菜スープ。まあ、野菜スープは野菜スープで。なんか辛いやつ、甘いやつ。辛いやつ。違う。辛い。赤いから辛いやつに見える。でしょ？ Итак, кормлю Руку. Не, борщ. Пан, что-то батал, называется. Нинника. Нинника. То масло крема. Йогурт туда кидал, масло крема. Ну, кавари. Со, ма, демо. ロシアのサワークリームとソフトクリーム。うん。で、こう入れて。うん。で、食べる。食べます。え、これパンは。Это не очень подходит, здесь тортик, здесь значит борщ. Борщ, да. Кейки. Что-то хэнна кумялась. Ну да. おいしい。何に似てる？なんだろう。日本の肉じゃが。肉じゃが。肉じゃが。何が？うん。でも肉じゃがよりちょっと酸っぱい。まあ酸っぱいか。でもそれっぽい感じがする。あ、実はこれみんな好きだよ。そうでもそれまあウクライナとロシアのすごく伝統的な。 なんかロシアって言えばやっぱりボシチ。まあウクライナもそうだけど。めっちゃうまい。やばいねこれ。もうネットでよくロシア人とウクライナ人が争ってる。誰のやるか。すごいね。いいじゃんね。あ、おいしい。
так вот покормили, а потом мы будем тортик кушать. Это очень странное сочетание, но, блядь, вы посмотрите, какой милый тортик. Это мама Рукина сама все сделала. Вообще, блядь. Красота. Короче, мне Рука рассказала, у нас сейчас речь зашла про чеснок, я ей говорю, надо тебе борщ с чесноком. Она макнула, поела, говорит, фу, пиздец, говорит, как это можно есть, как вы это едите? Я говорю, ты никогда не ела сырой чеснок? Она говорит, нет, никогда. Я говорю, в смысле? Я говорю, а что, тебе в детстве не навязывали киндер-сюрприз вот так вот с чесноком? Она такая, что за хуйня, нет, конечно. Я ей начинаю объяснять, что, значит, в моем детстве и в детстве, я думаю, людей, которые старше меня 100%, был прикол, что когда какой-нибудь гриб гуляет или что-то, надо в детский садик с собой вот так вот натыкать, короче, этот киндер-сюрприз и его повесить на шею. И тогда ты не заразишься. Вот. И Рука такая, типа, что за хуйня? И я говорю, а в Японии было такое что-то подобное или есть, может быть? Я такая, типа, нет, ничего нет. А такая, а нет, нихуя. Когда, типа, раньше дети болели, им на шею навязывали лук. Вот так вот. Лук, типа, длинный. И это, типа, должно вылечить от болезни. Вот. Поэтому такая тупая хуйня, видимо, в любой стране есть. Вот эти вот поверья, да, народная медицина. Это довольно-таки забавно. Ну что, ребяточки, вот такой вот вложик получился. Если вам понравилось, ставьте лайки. Если не понравилось, ставьте дизлайки. Я на вас не обижусь. Пишите мне приятные комментарии. Пишите, на какую тему вы бы хотели посмотреть видео, что вам интересно. Я постараюсь для вас все рассказать, поснимать. Спасибо вам большое за просмотр и всем пока!